Всем привет! Всем, кто сейчас меня смотрит, без разницы, подписаны вы на мой канал или не подписаны. Если вам интересно, я постараюсь рассказать то, что поделиться тем, что я знаю. Тема у нас будет, в общем-то, дома престарелых. Если честно, так конкретно, сложно сейчас сразу на какую тему говорить, потому что если темы, как вы дома ухаживаете за своими престарелыми или просто, я не знаю, больным человеком, это не обязательно, чтобы он был старый, болеют и молодые люди. И поэтому я это буду все освещать, рассказывать, как это все делается у нас в нашем доме престарелых. А вы смотрите то, что вам ближе, что вам нужно знать, или что хотите знать, или просто, может быть, интересно. Но сначала больше я, наверное, буду отвечать, я буду ориентироваться по комментариям больше, потому что одно видео, как раз где я про дом престарелых, там больше 1 000 000 просмотра и около 5 000 комментариев, поэтому на все я просто физически не смогла, конечно, ответить. Но там и между собой они уже там переписываются, кто что там. В принципе, мне уже не надо было бы. Но все равно я читала. Не знаю, все прочла или нет. Но старалась, чтобы как-то понять, что людей интересует. Как я уже говорила, я, когда канал открывала, у меня совсем другая цель была. И эту цель, можно сказать, что я достигла. Могу даже похвастаться тем, что очень приятно, когда, например, внук, у меня внуки уже взрослые, кто меня смотрит, что знает, и живут уже отдельно, с девушками своими живут, и, в принципе, так встречаются, но живут отдельно. И готовят, чем я горжусь очень, тоже там есть еще чем гордиться можно. Вот, ну, горжусь еще тем, что они у меня все умеют готовить. Пусть не какие-то изыски, но любят. Там у деда узнали, как шашлык готовить, готовит этот шашлык. Там у одной бабушки или у другой что-то узнали. И, в принципе, вот не так это давно было. Старший внук был у нас. И просто спросила, а у тебя там есть? Ну, Ома это по-немецки бабушка. Ума, у тебя на канале есть окрошка, хочу сам ее попробовать сделать. Это для меня уже все. В общем, я своей цели достигла. Если кто-то думает, что я там куда-то чего-то рвусь, как будет, так и будет. Будет много. Чем больше, тем лучше, потому что какой-то, значит, я не зря открыла, значит, что-то полезное говорю, чем-то делюсь. Кому-то это интересно, кому не интересно, не смотрите, ради бога. Шоу у меня не будет. Только вот такие полезные, нужные, и то даже не советы. Я просто делюсь, а там вы уже смотрите и на свой лад переделываете. Просто, может, идея какая-то понравилась, и все. Ну, ладно, это мы закончим. Теперь хочу всем-всем спасибо сказать всем новым подписчикам, кто смотрит, кто особенно пишет комментарии. Тогда мне легче ориентироваться. Я знаю, кого что интересует. Кто многие вообще, как говорится, понятия не имеет, что такое дом престарелых в Германии. Поэтому постараюсь немножко сегодня объяснить. То есть, снутри вам расскажу, как и что мы делаем. Потому что я не знаю, как в других странах. Конечно, есть и хорошие, и плохие. Также и в Германии. Не все хорошие. И не все плохие. Я не знаю, я только в двух работала. И могу, конечно, сравнить немножко, только с 2 домами престарелыми, где первые я начинала. Там было немножко сложнее, потому что там жили по 2 в комнате. Там по 1 мало очень было. А здесь мы уже пришла на работу, здесь только по 1. И поэтому уже совсем, ну, современнее. Тот был приват, это частный был дом престарелых. И очень старый он уже был. Он уже сейчас закрылся, его вообще нет там. Умер отец, потом умер сын, и, в общем, короче, некому было вести. Нет его уже больше.
А сейчас, где я работаю, это очень практично, очень удобно. 5 минут ходьбы от моего дома. Так что, если когда я такая буду уже старенькая, то мне очень будет удобно моим близким. Вот. Не надо никуда далеко ездить. И вот как раз, когда я говорю об этой теме, хочу заодно и сказать, что не везде, я не знаю, даже на другой земле может быть по-другому это. Поэтому не сравнивайте сразу. Я только говорю, что я знаю. Что не знаю, не могу говорить. Как я могу об этом говорить, если я не знаю? А здесь у нас в основном как-то почти в каждом таком поселочке или там городке небольшом. Ну вот у нас, например, поселок где-то, ну, больше 10 тысяч у нас населения, сейчас точно не знаю, потому что давно не было переписи, много домов настроили, может быть, побольше. И у нас вот единственный один вот такой именно дом престарелых. Это, и он у нас флегехайм еще называется. То есть в наш дом уже приходят те, которым действительно нужна помощь. То есть очень мало таких, чтобы, в общем-то, они были, как говорится, как хочется, чтобы не по-немецки сказать, чтобы они были еще самостоятельны, есть, конечно. Ну, там какие-то особые причины в семье, или там вот алкоголичка она была, ее дома нельзя оставлять. А она еще сама ходит, сама все делает. То есть вот какие-то вот такие. А так в основном уже, которые на коляске, или, ну, деменция. У нас почти половина с деменцией, к сожалению, потому что, в смысле, мне жалко тех, кто не с деменцией. И когда вот общаешься, все равно же, кто с деменцией, они немножко так мешают. То они сильно громкие, то они могут плакать или еще что. Вот это вот немножко какое-то упущение, но это, опять же, наверное, просто время меняется. Когда это все строили, организовывали, были одна ситуация. Наверное, и стариков так много не было. Они шли, потому что, чтобы не были одиноки. Сейчас уже другая ситуация. Во-первых, все дорожает, дорожает. И уже к нам привозят уже таких, которых действительно уже ну, никак нельзя дома за ними ухаживать. Или же в основном они приходят к нам с больницы. Отняли ноги, это сидит в коляске, приходит к нам на какое-то время, пока она там окрепнет или он, а потом они уже решают. Некоторые забирают домой, некоторые остаются у нас. И хотелось бы вот так, может быть, видео сегодня будет немножко длинновато, потому что все за минуту я вам не могу, даже свои вот бывает, есть цель что-то рассказать, а я не успеваю. Я ее не успеваю, свои мысли вам вот именно открыть, и поэтому кто как понимает. Вот, поэтому хотелось бы немножко и поговорить на эту тему, потому что тема очень актуальная. И хотела бы сказать немножко наш вот распорядок, кто там работает, как мы работаем, и почему у нас не тюрьма. Тоже хотелось бы, потому что многие считают, что только дома хорошо. Вот не согласна я с вами. Вот. Полностью. Кому-то дома хорошо, действительно. Некоторые вообще не любят общество. У нас есть такие, которые они кушать только выходят. А так у них в комнате все, как у себя в комнате. Телевизор, тумбочки, какой-то холодильник, все свои там какие-то. Не все, конечно, туда в эту комнату не поместишь. А что вот для них важно? Какое-то кресло, тумбочка с дома. Ну, что-то, что. Эти портреты висят, картины висят, статуэтки стоят, у кого там даже какая-то кофемашина, кофеварка стоит. То есть, если вы считаете, что дети, которые вынуждены были родителей своих поселить в дом престарелых, они их не любят, как-то многие пишут, очень много, я с вами хочу поспорить, это неправда. Потому что есть, которые вынуждены, они, может быть, ну, в Германии, во-первых, родители с детьми так вот не живут, когда уже взрослые особенно. И так вот мы тут с внуком смотрели статистику, да, в Германии до скольки лет, все пишут 18 и выбрасываешь. Нет, неправда. Мы специально посмотрели статистику, сейчас даже эти парни живут до 26 лет.
30% это в Германии, 28, 29, 30. До 26 лет. Видать, пока закончат там на что, когда они уж начнут зарабатывать, они тогда уходят. В основном это так и есть. Вот. А девочки уходят раньше, где-то 23 года. Но это исключение. То, ну, это 30% всего. Конечно, 70% уходят раньше. Вот так между делом вам сказала статистику. Если кто-то ошибочно думает, что в Германии детей выгоняют. Есть даже такие, что ушли, выучились, пошли работать, а потом пожили одни, а потом, а у родителей дом большой, почему бы там не пожить? Есть отдельные комнаты, есть отдельные, может, даже на два хозяина дома. Идут обратно и живут с родителями. Так что все это как везде. Мы все разные, и кто-то хочет рядом, кто-то не хочет. Поэтому давайте не будем других так строго судить. Так что на чем я, чтобы не сбилась? Если действительно дети любят своих родителей, и они ходят часто, там, в общем-то, особо родители-то даже и не скучают, честно говорю. Они особо даже не скучают по детям, даже иногда, когда какое-то у нас мероприятие, и они могут сказать, ты сегодня не приходи, или там завтра не приходи, потому что у нас то-то-то будет, в общем, у меня не будет времени для тебя. И такое тоже бывает. Но не у всех опять, я же не говорю, что у всех все одинаково. Кто-то вообще сидит, вот у них в комнате сидит и сидит там. Даже у нас есть одна бабушка, она вообще не выходит почти. Ее кушать не можешь позвать, а если, видать, хочет, принесешь ей в комнату, она тебе спасибо, спасибо 100 раз скажет, да? А ей даже не хочется выходить. Ну, вот, может, депрессия у нее, я не знаю. Мы просто разные все. А другие, наоборот, им только общение нужно. Ну, это вот так вот коротко. Какие люди у нас живут. Теперь, что наши, какие люди там работают, хочу сказать. Наши обязанности. Там у нас, значит, есть как медсестра. Это всегда у нас, когда смена, обязательно должны быть как медсестра. Потом у нас обычно на один этаж, у нас двухэтажное здание. Еще хотела бы сразу так, между прочим, сказать, для меня, на мой взгляд, я не знаю, может, я и не права, для меня вот кажется, что лучше всего все-таки маленькие дома. Там они как-то вот все жильцы друг друга знают, обо всех все знают, и они себя вот чувствуют как дома. А когда большой, вот как больница как-то, там уже действительно как-то все казенное. Это мое личное мнение. А вы там сами думаете, как вы там думаете. Вот медсестра, потом два помощника. Это, то есть, те, которые они не заканчивали. Просто вот когда пришли, их взяли на работу, их подучили, научили, рассказали. И чем они занимаются? Они никаких, ну, у нас особо уколов-то тоже не делают. У нас обычно если только инсулин колят, какие-то такие. В основном у нас не врачи. Поэтому перевязки делают, вот такие капельницы, катетеры меняют. Вот это все делают наши медсестры. А остальной персонал, он короче, свои люди. Там приходишь утром, у тебя уже знаешь, кого ты сегодня делаешь. 5-6 человек, бывает и больше, бывает и меньше. Смотря какие люди. Там они по категориям. В смысле, кому какая помощь нужна, ты помогаешь. Вот, например, 10 человек, у тебя двое из них, они сами встают, ходят. Ну, там нужно им только спинку помыть. И, наверное, там помочь, может быть, какие-то чулки одеть, носки одеть или еще что-то такое. Если же у нас жилец, который что-то может, что-то не может, то наша задача, пока он может, дать ему это время. То есть, если он может себя умыть, побрить, например, мужчина, то делаем мы его, одеваем. Если он в коляске, мы его помыли внизу, одели, все. Посадили в коляску и перед раковиной налили ему воды, дали полотенце, все ему дали, что он не может, может быть, достать. И даем ему время, он это делает сам. Потом время от времени заходим, потому что была одна бабушка, она себя кремом мазала, там замучишься заходить. Ты придешь ее там дальше одеть или что-то помочь, она все мажется. И, в общем, и такое бывает. И смех, короче, и ну, такая наша работа. Терпение, терпение, терпение.
Потом, кто у нас еще есть? У нас еще есть туалеты, вводим их там в какое-то время. Есть у нас еще, как я сейчас работаю, я сейчас никого не мою, никого не купаю. Я сейчас работаю, я прихожу, например, если у меня первая смена, я прихожу, накрываю столы, кого еще нет. Если кто-то уже сидит, это в 7 утра я прихожу. А завтракать у нас могут уже выйти, и в 6 часов начинается смена вообще, точно ночная смена передает 5-минутку у нас такая. Каждый раз смена обязательно все должны передать. И они тогда, если кто-то уже вышел, уже все стоит у нас, ночная смена, уже и булочки, булочки сами пекем, кофе сами ставим. Это мы ставим в нашей кухне, и с кухни к нам приходит мармелад, там фрукты или там что-то, колбаса, кто колбасу ест. Но в основном немцы едят все время одинаково. Утром булочку, масло сливочное и варенье по-русски. Это вот почти все, редко кто там колбасу ест. И это все время почти одинаково. И вот те, кто работает, хотя они с кухней ничего не имеют общего, но они, если кто-то вышел, они ему кофе нальют, булочку дадут, все, в общем, то есть у нас они, как говорится, не должны сидеть и ждать. Каждый из нас, если видит, что кто-то уже пришел завтракать, должен этот завтрак поставить. Вот, когда я прихожу, там уже основная начинает масса, их уже больше приходит. Тут уже только я это делаю. Если кому-то надо, кого-то надо покормить, я сажусь и кормлю. Поэтому вот это моя обязанность. Затем я после завтрака я хожу по комнатам, меняю полотенце, если там нет, вернее, не меняю. Я смотрю, если где-то полотенца не хватает или постель там, может быть, была мокрая, сняли всю, то я заправляю постель все свежим, я ставлю воду, чистый стакан, свежую бутылочку воды и полотенце, если что-то не хватает. Это моя обязанность. Так по всем комнатам. Затем у нас обед. Обед тут тоже я раздаю. И мы тут уже быстро-быстро. В обед у нас два меню. Это первое и второе. То есть у нас обязательно суп. Только по субботам нету супа. Суп, потом первое меню и второе меню. И оно разное. И мы делаем такие две... Шаутеллер, вот скажите, как по-русски. Ну, короче, все положили в тарелку и показываем, что у нас, потому что это пожилые люди, чтобы они видели. То есть не говорим, что это, да, а мы показали, вот что вы хотите, вот это или это. И тогда уже кто что заказывает, и мы то ему и приносим. То есть там нет такого, что я, например, рис не люблю, мне больше нечего кушать. Ну и, естественно, обязательно десерт. Чая нету, они пьют обычно сок в обед и воду. И затем мы это все когда кормим, опять же, тех, кто не может сам. И затем это все убираем. Какие у нас, как говорится, еще, кто у нас еще работает? Есть еще такие специальные люди, которые вот эти именно развлечения или вот что-то там с ними занимаются. У них тоже они работают по сменам. Мы никогда не знаем, сегодня вечером они будут только или утром и вечером, или только... В общем, это у них свой план, они там своя группа людей, и они между собой это все решают. Мы единственно стараемся где-то помочь, если вечером, например, после ужина, обычно, почти каждый день у них после ужина они собираются такая группа, и где-то там почти половина нашего, не все приходят, ну, всех приглашают, а приходит кто хочет, то есть нету такой обязаловки. И они там чем-то занимаются. Ну, в принципе, могут петь, могут какие-то загадки отгадывать. Ну, там очень-очень разнообразные, и у нас вот те, кто этим занимается, очень такие энергичные, очень хорошие и очень порядочные. Правда, я ни грамма не обману, потому что сейчас скажу и про нас. Какие мы там, грубые или не грубые. Хочу сказать, не для каждого эта работа.
Это я почему так подробно еще объясняю. Может быть, кто-нибудь хочет пойти туда работать, может, ищет себе место. Но в моем случае это было, наверное, Богу так было угодно, потому что я сама очень долгое время я не хотела в такие дома, в таких домах работать. Я думала, что я просто там не смогу. Вот. Но у каждого, наверное, своя миссия. И вот оказалось так, что я туда очень хорошо подошла и очень хорошо понимаю этих людей. То есть, когда я начала работать, у меня даже была немножко не то что проблема, а так как все, ну, многие все время меня ждали, ну, такая вот вообще не могла нет говорить, вообще. Сейчас я это как-то могу сказать, когда бывает что же, ну, потому что бывают действительно, которые люди вот сразу сказали, что ты должен сразу к нему подбежать, все бросить, всю свою работу подбежать ему и выполнять его там эти капризы. Капризы тоже так можно сказать. Сейчас нет, сейчас знаю, как сказать, чего сказать. А раньше очень было сложно. Вот даже маленький пример приведу. У нас была одна бабушка. Между прочим, вот такие, как я, которые там работают, это самые сложные жильцы. Потому что мы все знаем, как это все идет. И мы начинаем требовать. Поэтому не дай бог, если я туда попаду. Вот прям сразу говорю. Потому что будем всегда смотреть, что-то неправильно делает или еще что. Вот в этом самые вредные, наверное, это те, кто работают в этой системе. Была у нас такая бабушка, была очень капризна. Ну ладно, что капризная, она еще, вот если что-то захочет, прям вот срочно. Она была очень громкая, она всем тогда, мало не покажется никому. И поэтому вот такие, как я, мы старались ее не доводить до этого состояния. Мы выполняли все, что она хотела. Хотя были там некоторые, нет, нельзя, это вот типа того, что, ну, у меня, я совершила ошибку совершенно в другом направлении. Был как перед каким-то праздником, у меня было время, я принесла из дома, значит, лак для ногтей, который такой бесцветный. Думаю, сделаю бабушкам приятно, сделаю их ногти красивыми. И сделала ей тоже. И после этого, когда она меня видела, я-то это сделала, когда у меня было время. А его часто нет. Ты работаешь в полную силу. И она, когда меня видела, всегда говорила: «Лиля, не пора мои ногти опять обработать?» Я уже потом... А начальство говорит: «Ну, нельзя вот так выделять». Я говорю: «А что теперь делать? Я уже эту ошибку сделала, она потом от меня не отставала». Я уже купила ей это все, и лак, думаю, если что, может быть, там кто-то другой, я иногда приходила раньше или уходила позже. Я это делала уже ей не в рабочее время. После этого я, конечно, научилась, что, ну, нельзя все прихоти выполнять, но такой случай в моей жизни был. Что касается теперь, как говорят, грубости, сидят в памперсах мокрых или еще это. Ну, во-первых, кто как на эти вещи смотрит. У нас ночью меняют 2 раза, вечером перед сном меняют, в обед обязательно меняют, утром, когда тоже меняют. То есть эти сами памперсы, у них определенные, у каждого человека свой, то есть в зависимости, сколько он выделяет, да? Поэтому вот самый большой там 2 литра входит. И если там чуть-чуть, конечно, никто его менять не будет. И немного по времени. Затем, если, например, лежачий, хотя лежачих у нас, можно сказать, один, редко, который вообще лежит, и то его тоже, что он не сидит, если его даже и выводят ко всем, то он все равно лежит. Вот. Таких вообще мало у нас сейчас, в данный момент. Дом небольшой, поэтому не так много. И к нему, если он лежит целый день, то к нему через каждые 2 часа нужно ходить и его переворачивать. Потому что у кого-то, может быть, кожа не такая чувствительная, а у некоторых чуть-чего сразу декубитус и, в общем, пролежни и все такое. Это нам потом все от этого избавляться. Поэтому это мы все делаем.
Теперь хотела бы еще остановиться коротко. Уже и так много наговорила. Коротко хотела бы остановиться, какая у нас, когда пятиминутка, о чем мы говорим. То есть, вот, например, я сегодня пришла, этот жилец не поел, или плохо поел, или мало выпил. Это все фиксируется, это все у нас в компьютере фиксируется, наши медсестры передают дальше. И если, извините, если у него, как говорится, стула не было несколько дней, то тут уже все во все колокола, потому что, значит, ему что-то нужно давать. То есть я поэтому не понимаю, когда люди пишут там всякую, я не знаю, может быть, это где-то и есть, спорить не буду. Но у нас этого нет. И теперь хотела бы сказать насчет деменции. Как-то тоже смотрела видео, дочка смотрела за мамой, мама с деменцией. И она это видела так, что, ну, как маленькие дети, с ними просто надо разговаривать, да. Им никогда ни в чем не надо отказывать. С ними надо разговаривать действительно как с маленькими детьми. Но мы никогда не знаем, что, на что они способны, что они могут сделать. Никогда вы не знаете. У нас спокойный-спокойный дедушка, да, очень спокойный, начал стулья и все кидать с окон, что уже стали бояться, что он кого-нибудь убьет, потому что там же люди ходят. А дед спокойный, просто всегда куда-то уходил, за ним всегда надо было смотреть, где он, и все время улыбался. Поэтому я бы так вот не сказала. Конечно, повезло ей, молодец, она за своей мамой ухаживала, но не всем так везет. У кого-то очень буйные и очень опасные бывают. Да? И если, например, у вас в доме дети, то я не думаю, что это нужно им видеть. Поэтому есть просто мой совет. Я никого не заставляю. Конечно, если пожилые люди и, может быть, плохо ходят немножко, или что, это разве нужно их куда-то отправлять? Нет, конечно, помогать надо им, заботиться о них. Но если уже никак нельзя, то просто искать хороший дом и навещать их, и делать им такую обстановку, чтобы они не чувствовали, что они в чужом где-то заведении находятся. Потом расскажу вам еще очень много всяких жизненных историй, наверное, то, что я за эти 16 лет, получается, я здесь почти 14 лет работаю и в другом доме работала. Жизненных историй, но сейчас пока не буду рисковать, потому что пока я работаю, мне особо это нельзя рассказывать. Поэтому вот скоро, меньше уже, чем полтора месяца, я буду на пенсии, и тогда буду, наверное, чаще снимать видео. Хорошо будет, если вы будете меня спрашивать, и я, где смогу ответить, я отвечу. Если не знаю, как быть в этой ситуации, также отвечу. Все по-честному, у меня все по-честному будет. И теперь я вам просто желаю, берегите себя, и дай Бог вам крепкого-крепкого здоровья, чтобы никто из вас не думал, что он попадет в какой-то дом престарелых. Конечно, живите с своими близкими, со своей семьей, в любви и радости. Я вам этого желаю от всего сердца. Пока-пока!